такая плохая информация поступает, ужас. Какая? Что много вывозят, это самое, раненых, убитых, пленных взяли. Ну да, мы вчера немного в пиздорез попали. Я думал, уже не слышу больше тебя. Зай, не рискуй. Так как не рискуй, если тут, блядь, никого нету, блядь, тут пизда, нахуй. Слушай, я возьму, блядь, брошу и убегу, нахуй. Блядь, четвертый, это самое там выложили. Я писала Ване там. Это беспредел. Ну и четвертый же с батальона они взяли в плен же своего комбата, заставили с ними быть, блядь, чтоб не съебался. Потому что у них там 300-й до хуища. Ну, они идут в отказ служить. Угу. Там в Телеграм есть видео. Обращение ихнее? Да. Ну, вчера тоже уже, блядь, машины загрузили, нахуй, уже, блядь, наготове были, блядь, валить, нахуй. Ну, блядь, команда поступила, нахуй, стоять дальше, нахуй. Короче, такое, нахуй, пидоры, блядь. А вы этого командира, нахуй, не можете послать? Который сидит, блядь, где-то? Это россиянин, он здесь, на передке. А? Вчера больше 20 человек, 300-х россиян только вывезли.